15 ноября стартует второй благотворительный марафон «Лохматый друг». Марафон продлится до 15 декабря 2021 года. В прошлом году мы уже его проводили, и он прошел успешно. В этом году мы тоже его решили провести. Одно из ведущих направлений деятельности городского детского движения «Юнзары» – это благотворительность. Мы традиционно помогаем всем, кто в этом нуждается. Фонду «Лохматый друг» мы помогаем уже с 2015 года. За это время мы провели 4 благотворительные ярмарки, участвовали в празднике «Лохматая суббота», неоднократно проводили фестивали и конкурсы про животных. К сожалению, пандемия вводит свои коррективы, и мы вынуждены проводить марафон в другом формате. Сбор средств всего необходимого в этом году организация будет собирать самостоятельно. Для достижения большей цели и эффективности в этом году марафона мы решили привлечь сюда взрослых. То есть в этом году в организации марафона нам будут помогать члены молодежного парламента при собрании представителей города Заречного и городские сообщества Заречного. Для чего мы их приглашаем? Для того, что коронавирус вносит свои изменения, и каждая организация будет корм и все необходимое собирать сама. Мы попросили взрослых оказать нам волонтерскую помощь в качестве водителей. Каждая организация по мере необходимости, по мере сбора будет присылать нам заявку, и мы будем договариваться с волонтерами, лично к ним приезжать, забирать все, что они собрали, и отвозить в центр. Это поможет собрать как можно больше корма и средств. Также в этом году мы решили расширить диапазон участников нашего марафона, и в этом году мы привлекаем не только исследователей миров 1-4 классов, не только школьников с 5 по 9 класс и старшеклассников, но еще мы привлекаем учащихся учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта.